Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня замечательный день для того, чтобы поделиться с вами словом. Кто-то увидит это послание рано утром, кто-то днем. Я знаю по себе, потому что когда здесь, в Кемерово, утро, у нас еще глубокая ночь. Но называется это послание «Духовный завтрак». И я хотел бы сегодня поделиться одним замечательным словом, которое сегодня Бог показал мне прям вот, как оно действует. Знаете, Псалом 19 и стих 8, он говорит, там пишется так, что «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Друзья, знаете, я нахожусь сейчас в таком месте, где действительно место хвалиться именем Господа нашего, потому что то, что я увидел сегодня, то, как Господь действует, это действительно достойно того, чтобы мы прославляли Его имя. Но не только наркоманы или алкоголики, они нуждаются в помощи. И также и многие люди нуждаются в помощи. И вот, знаете, когда я смотрю на этого коня, я понимаю, что он имеет ценность. Он стоит какие-то деньги. Я когда смотрю на эту замечательную телегу, или как она, сани называется, я знаю, что это ценно. Но для Господа самое главное, чтобы мы ценили души человеческие. И вот ко мне когда-то пришел человек и рассказал мне о Христе. И я благодарен этому человеку. И я понимаю, что для него хвалиться именем Господа Бога было главнее, чем хвалиться любым имением, которое мы, опять же, от Бога приобретаем. Поэтому, друзья, Псалом 19 говорит о том, что люди хвалятся разными вещами. Люди хвалятся конями или колесницами, но мы с вами будем хвалиться именем Господа нашего. Аминь. Благословляю вас.